посади. Перед непосредственным проведением переговоров мы проводим сбор информации. В основном у нас сбор информации происходит посредством интернета и общедоступных средств массовой информации. Других доступов к информации по североамериканским нашим партнерам у нас нет. Поэтому анализ этой информации происходит, исходя из только общедоступных источников средств массовой информации. Я думаю, что наши североамериканские партнеры, они собирают информацию о нас таким же способом, потому что на сегодняшний день связь между нашими государствами очень осложнена, и поэтому мы имеем только то, что есть в общем доступе. Поэтому это затрудняет сбор информации о наших партнерах и затрудняет проведение переговоров. Я думаю, что если бы было больше информации, переговоры проходили бы намного лучше, быстрее и содержательнее. На сегодняшний день мы бы хотели иметь партнерами североамериканские компании, но имеем очень скудную информацию о том, как развивается бизнес в Америке. И, соответственно, североамериканские партнеры также имеют очень скудную, маленькую информацию о том, как развивается российский бизнес и какие у нас потенциалы. Поэтому это все затрудняет и сбор, и подготовку переговоров.